Рэйчел. Здравствуй, Льюис. Ну, здравствуй. Тела еще находят. Здесь сущий хаос. Дом подлежит конфискации для нужд Британии. Es ist jetzt Ihr Haus. Aber wir haben uns. Герр Люберт, полковник Морган, прошу в дом. Моя супруга. Мы с дочерью до отправки в лагерь постараемся не мешать. А может, пусть остаются? В смысле, нам жить с ними? Неприязнь может и не проявляться, но она там, подспудно. Во время войны вы рассчитывали на победу Германии? Бомбардировки сказались на вас и вашей семье? Сказались, на здоровье жены. Сгорела в огненном шторме. Простите, не знала. Ты не говорил, что меня ждет. Все не так, как должно быть. Все вообще не так изначально. Не уходи. Мне нужно работать. Если уж шпионите за девушкой, могли бы сказать ей комплимент. Да, могу. Тебя не узнать. Поосторожней, они другие. Что буду так счастлива. Едем со мной. Ты ведь этого хочешь? За новую жизнь.